Пели, плясали и рассказывали стихи. В City Hall подошла к концу вторая неделя кастинга проекта «Конкуренция». Молодые мамы, работники ЖКХ и актрисы пришли доказать жюри, что достойны попасть в коллектив нашей телекомпании. Какие они, будущие звезды телевидения, узнала Анастасия Куклева. Не смотрите, что невеликая. Может быть, великий мой удел. Начинающая актриса Яна о кастинге узнала случайно. Девушка долго не раздумывала, выбрала самую яркую одежду из своего гардероба и пришла в City Hall. Именно здесь собрались все, кто желает связать свою жизнь с телевидением. Такие анкеты заполняют участники перед кастингом. В них они рассказывают общую информацию о себе. После заполнения анкет участники получают свой порядковый номер. И с ним уже ждут очереди в зале. Здесь участники выступают перед строгим жюри. Одни декламируют любимые стихи, другие читают рэп, а третьи демонстрируют свои интеллектуальные способности. Сегодня пришло немалое количество молодых, талантливых, очень интересных людей. Я сама удивилась, какие люди к нам пришли. Они знают по нескольку языков, работают на нескольких работах и готовы развиваться. То есть к четвертому кастингу мы вообще, наверное, получим будущих там Эрнстов и Познеров. Освоить новую профессию хотят люди разных возрастов. Денису немного за 40, но он готов ради телевидения уйти из привычной сферы ЖКХ. Несмотря на то, что цель у участников одна – стать телезвездой, аргументы разные. Я заметила, что сейчас очень мало внимания уделяется тому, насколько правильно говорит диктор, и подача новостей из-за этого снижается. Поэтому я решила вот себя представить в этой роли. Первый этап кастинга продолжается. Еще 2 недели жюри будет отбирать участников. Из всех претендентов останется лишь 8 человек. Они продолжат борьбу за главный приз в финале. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Площадку для проведения кастинга предоставил партнер мероприятия «Бизнес-центр City Hall», который находится по адресу улица Соборная, дом 23/25. City Hall является площадкой для проведения различного рода мероприятий – деловых встреч, конференций, банкетов, семинаров. Телефон для справок 8 845 2 53 93 53.